очень внимательно следил за тем, что делает соперник. Вновь Гризман. Налево Сурутуса здесь. Навес. Верхом сложно здесь, повыше просто сивильца в среднем. Хорош опять отбор у Сан-Себастьянца. Вот сейчас хорошую они атаку проводят. Вела. Мартинес. Прострел и гол. В свои ворота забивает, по-моему, Альваро Ботия. Но вот только стоило сказать, что Сан-Себастьян сдал как такой мощный отрезок. Не знаю, замена, что ли, это все катапультировало. Так вот резко, ну просто загнали Севилью в ее штрафную, и дело закончилось голом. Нам показывают, что забил Делабелли, но мне показалось, что это автогол. Игрок Севильи отправил мяч в собственные ворота. Но там, если не он, так действительно Делабелли бы забил. Левый защитник. Смотрите, как сыграл здесь Вела. Дождался подключения Мартинеса. Севильцы этого не ждали. Офсайда никакого нет. Нет, действительно Делабелли забил. Коки не попал по мячу. И Делабелье становится 12-м игроком Сан-Себастьяна, который забил гол в этом сезоне. Хорош Вела. Собрал двоих, паузу выдержал. Или все-таки игрок Севильи забил. Отсюда уже я не настолько уверен. Ладно, вскрытие пока. Пока на Делабелью записали.